В Семее завершился открытый чемпионат города Семей по джиу-джитсу. Он проводится третий год. В этот раз он собрал небывалое количество участников, около 300 спортсменов в возрасте от 5 до 20 лет. Подробнее в видеосюжете. Джиу-джитсу все больше покоряет молодежь. С каждым годом количество участников турнира растет, расширяется их география. В этот раз чемпионат собрал порядка 300 юных спортсменов в возрасте от 5 до 20 лет. Так как чемпионат открытый, были приглашены желающие из других регионов. В итоге, помимо семейских джитсеров, на татами вышли спортсмены из Усть-Каменогорска и Барнаула. Этот турнир у нас для того, чтобы пропагандировать джиу-джитсу в Семипалатинске, в Семее, чтобы он, разных клубов было больше, больших, маленьких, там, сильных, бесплатных, платных, чтобы чем больше у нас будет спортсменов, джитсеров, тем больше конкуренции, значит, наши будут спортсмены на Казахстане все больше выигрывать. Отметим, что джиу-джитсу – это японская вольная борьба и особая система приемов самозащиты без оружия. И это самый доступный вид спорта для людей разного возраста. Я взял первое место. Первый бой у меня прошел сложно. Испугался. Но потом переборол свой страх. Взял грамоту. Во втором бою думал, что не одержу победу. Но мои друзья говорили, что я возьму победу. И так получилось. Я провел его удачно и выиграл эту схватку. Соперник был очень легкий. Но были какие-то затруднения. В гарде были затруднения, не мог выйти. Но как-то справился с этим. На сегодняшний день Восточно-Казахстанская область находится в лидерах среди других регионов страны по развитию джиу-джитсу. И немало титулованных джитсеров, чемпионов и призеров республиканских и международных турниров именно в Семее. Бронзовый призер чемпионата Казахстана, да, этого года, 2015 года. Учусь на защиту в ЧС, тоже на физику делаем упор, очень много тренируемся. Мой спорт, джиу-джитсу, помогает мне и в жизни, и на учебе. Пригодится, конечно, в будущем. Победители открытого чемпионата по джиу-джитсу были определены в различных весовых и возрастных категориях. Помимо этого были отмечены чемпионы недавнего республиканского турнира по комбат-джиу-джитсу. За победу в данном турнире им были присвоены звания мастеров спорта. Саулия Байгалиева, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».